Arm battle between Kambarov Mansur and Baranov Valery. Round number one. Так, помните, да? Готовы? Ready go. Ремень, ремень сразу обсуждайте. Или в стандарте боретесь? Все, вопрос отпал. Так, Валера плечо, Мансур плечо. Развернули оба кисти. Мансур центр, дай ему чуть-чуть. Отлично. Кисти развернули. Валера. Валера. Мансур тоже кисть разворачивает. Валера, выровни кисть. Кисть, говорю, выровни. Валер. Еще. Еще, Валер. Валера, сгинаешь. Еще поверни вот так мне. Валера, выровни кисть. Вот так. Мансур плечо. Готовы? Да! Стоп. Так, хватает, все нормально, да? Мансур центр, дай ему чуть-чуть. Мансур плечо, плечо, Валера плечо. Мансур плечо, центр, дай, центр. Валера. Нет, Мансур центр еще. Кисть выровняй, Валер. Валера. Валер, она согнутая. Выровняй кисть еще. Валера, кисть. Да, я уже открыл. Так ты ее вот так все поверни и все. Открыл вот так биты, поставил артист плечо. Я даже не успел снапрячься. Раунд номер 2. Атлет to the table. Так, вам сразу ремень, нет? Нет, вы скажите, если не проблема. Это не я. Вы определяете спортсмена. Нет, если вы хотите без ремня, нет проблем. Если хотите в ремень, тоже можете. Так, фаланги оба откройте. Валера плечо, Мансур плечо. Кисти выровняли оба. Так, фаланги оба открыли. Мансур. Ага. Не двигаемся. Кисти. Мансур, выровняй кисть. Валера, плечо. Валера, выводим кисть. Ко мне, Мансур, подвинь. Вот так. Кисть здесь, Мансур. Саш, что там? Еще Валера. Валера, разворачиваем. Еще. Готовы. Go! Хорош. Стрэп-матч. Или оба. Еще. Еще развернули. Развернули. Нет, разворачиваем. Вот так. Еще Валера. Теперь выравнивай, Валер. Мансур, кисть. Еще. Развернули. Готовы. Да! Стоп, 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 стоп. Elbow, foul, one foul, вылез вперед. Нормально? Так, Валера, у тебя первый фол. Так, Мансур, откроем фалангу. Ага. Валера, ты тоже не лезь. Плечо ровни, здесь плечо. Кисти оба выровняли. Еще. Развернули, развернули ко мне. Мансур, разверни. Валера, тебе проекцию ко мне чуть-чуть. Готовы. Go! Хорош. Тренер Золотов, смотри. Валера, платье не лезь. Мансур, локти держим, локти держим. Стоп, Мансур, стоп, у тебя вышел вперед локоть. Вышел? Элбол, да. Вперед. Вот так вылез. Теперь покажите, посмотрю. А то вы что-то присели прилично. Разворот оба сделали кистей. Мансур, ты чуть-чуть вот так сделай. Все. Валера, ты готовы? Не-не-не. Замечание. One fall, one winning. Плечо. Кисти. Валера, кисть чуть-чуть. Мансур, готовы? Да! Стоп, 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 стоп. Elbow. Не было же фола. Валер, ну если он у тебя вышел. Да это вообще писец был. Знаете,
At least to the table. Так, ремень сразу или нет? Или мучиться будете? Все, проблемы нет. Мучитесь. Так, Мансур, плечо. Валера, плечо. Оба кисти разверните. Валера, выровни кисть еще. Еще. Вот так, поверни ко мне. Все, не двигаемся. Готовы? Go! Срыв. В прошлый раз ты просто с этой стороны сильнее тянул, я поэтому спрашиваю. Мансур, плечо поставь. Ага. Валера, плечо. Еще раз, доберемся, не торопитесь. Валера присел. Развернули оба кисти. Валера, не двигаемся. Кисть. Кисть, Валера. Все, не двигаемся. Готовы? Давай, Валера. Натяни, Валера. Спокойно, держи просто. Все, нормально. Локоть держи. Локоть. Локти, локти, держим. Мансура фол был? One fall. Плечо. Валера, присел. Валера, ты прилично закрываешь. Рефери грип. Up. Down. Up. Тебя вверх. Все. Так, ты first, second. Мансур, ниже сядь чуть-чуть. Вот так, вот так. Все. Развернули оба мою кисть вот так. Не двигаемся. Плечо, плечо. Мансур, не залазь. Отлично. Не, я закрою вверх. Нормально заход? Валера, пальцы не перехватываем. Фол. Меняем. Ап. Ап. Все, отлично. Плечо. Плечо. Теперь вот так мне поверните немножко. Мансур, ниже все. Немного ниже, чтобы у вас одинаково было. Вот так, все. Так, Мансур первый. Ап, да? Отлично. Не двигаемся. Ап. Не спеши, не спеши. Готовы. Дау! За локтями смотрим. За локтями оба. Локти держим. Не было просвета? Валера, за локтями смотри, держи, виси. Не нарушаем правила. Не нарушаем правила. Мансур, от руки не отворачивайся. Стоп! От руки не отворачивайся. Вина. Последний покажи свою ленту. Фигня осталась. Стрэп матч. Так, теперь с твоей стороны. Мансур, ты регулируешь. Валер, примерь пальцы, не задевай. Все нормально, да? Не, закрыли, у вас не судейский? Не, если вы хотите, могу судейский. Поэтому спрашиваю. Валера, плечо. Мансур, плечо. Теперь оба мне фаланги. Фаланги покажите оба. Валер. Вот так. Теперь оба кисти. Мансур, кисть. Валера, не лезь. Разворот кистей сделали. Оба. Еще. Еще, Мансур, проекцию ко мне чуть-чуть подвинь. Еще. Разворот оба. Еще оба чуть-чуть вот так. Все. Валера, не двигаемся. Готовы. Дал! Элбоу фал. Оторвал. Не залазь, Мансур.
кисти. Проекцию ко мне подвинешь. Кисть Мансур. Готовы. Дал! Давай, Валера. Еще. 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 Виси. Горчину добавь. Работаем. Валера, еще чуть-чуть. Он все не отворачивайся от руки. Дерни. Локоть. Мансур, держи локоть. Мансур, локоть держи. Стоп! Мансур вылез локоть. Вперед. Elbow foul. Two foul. Winner. Вперед. Last round, 5 round. Баранов Валерий 2. Камбаров Мансур 2. Спортсмен to the table. Come on. Пошли. Так, ремень, да? Стрэп матч. Валера прилично присел. Вот здесь. Открой форму. Мансур плечо. Валера плечо. Так. Локти контролируем, чтобы по фалам не было поражения. Хорошо? Саш, что там? Валера, кисть. Валера, выравни. Мансур, плечо поставь. Еще немножко поставь. Давай, Валера. Так, Валера у тебя. У Мансура хорошая кисть. Валер, готовы? Мансур, сиди. Гоу! Держи. Давай, Валера, подожди ногу. Не отворачивайся. Давай, Мансур. Нету работы. Локоть держи. Держи, Мансур, до конца. Не отворачивайся, Мансур. До конца. Мансур, держи. Отворачивайся. Не отворачиваемся. Вон он смотрит. Стоп. Валер фол вышел. Элбоу. Уровня не было? Уровня не было. Так, Мансур плечо поставь. Валера, чуть открой. Ты присел прилично на его фалангу. Теперь оба развернули кисти. Валер, еще вот так поверните ко мне. Отлично. Мансур. Вот так теперь сделаем чуть-чуть. Все. Ты хорошо, Валера. Готовы? Ready, go! Локоть держим. Валера, локоть. Локоть держи. На краю на самом, Валера. Локоть контролируем. Мансур, на характере. Давай, Мансур. Держим. Мансур, локоть, смотри, на самом краю стоит. Валера, контролируй локоть. Ах ты, жулик, Валера, красава. Все, что надо, сделал. Стоп. Я ничего не нарушил. Тут что могу сделать? Открыл. Five round winner Баранов. Score 3-2. Если бы он не знал, что делать, я тоже не могу.
На самом деле, я сказал, когда я послал всех, я спасибо за поддержку. С тобой бицепс так и не попробовал? Побоялся. Хороший бой. Бицепс болит. Валерий, поздравляю. Хороший бой. Валерий, поздравляем тебя с победой над Камбаровым Мансуром. Спасибо большое. Это была тяжелая борьба. Мансур очень сильный, поэтому после двух поражений, я думаю, я уже впухну, но проявил чуть-чуть. Первый раунд ты пытался бороться в бицепс. И что пошло не так? Такое ощущение было, что ты вообще... Или он настолько доминировал, или ты просто не успел включиться. Что произошло? Ну, в первый раунд я, правда, не успел включиться. Он настолько быстрый, что я не успел включиться, скажем так. Ну и бицепс у меня чуть-чуть болит, поэтому он не дал мне включиться. Второй раз попробовал верхом и уже понял, что можно так бороться. И боролся только верхом. Хотя хотелось мне с ним побороться в бицепс, хотя бы в лопату в бицепс, но я побоялся третий раз пухнуть, поэтому... Насколько ты знаешь, Камбаров Мансур является одним из сильнейших средних весов в Казахстане, и у него идет огромный прогресс. Что ты можешь сказать ему, какое напутствие, и насколько тебе значима эта победа? Но он очень сильный соперник, он хорошо выступал на чемпионате в Казахстане, отобрался на чемпионат мира. Я думаю, неплохо выступит на чемпионате мира. Поэтому для меня победа над ним, тяжелая победа, это очень приятно. И я правда переживал, когда буду с ним бороться, что могу проиграть. Хотя мы боремся в разных категориях, он в 90, я в 100. Но он очень сильный и выносливый. Прежде всего, я счастлив, что я начал бороться верхом. Я боролся всегда в бицепс. Последний год я только борюсь верхом. И вот эта борьба, первая такая основная затяжная борьба верхом, где я смог показать все, что я отработал за эти годы тренировок борьбы верхом. В остальное время я боролся в бицепс, лопату или в другие техники, что для меня это очень особенно важно. Ну, победа над этим соперником тоже очень сильная. Поздравляем тебя, Валера. Искренне рады за тебя. Вы показали отличный бой. Я бы даже сказал, что бой был на равных. И что Камбаров Мансур, он наступает тебе, можно сказать, на пятки. Он моложе. И я думаю, этот парень спрогрессирует и вернется к тебе за реваншем. Будь готов? Буду готов. Ну, я как бы это... Рад, что в своем возрасте я еще могу бороться с такими сильными ребятами, как Камбаров, Мансур и другие, в молодежи на равных. Спасибо большое. Мансур, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Рады тебя видеть сегодня у нас в Намат. Вы сегодня показали отличный поединок с Барановым. Твои эмоции и впечатления по этому поединку? Эмоции у меня зашкаливают сейчас. Соперник сильный. Чуть-чуть силы не хватило, кисти особенно. Ну ничего, подготовлюсь. Что ты думал после первого раунда? Первый раунд ты очень легко забрал Баранова. Да, Чувствовал ли ты свою доминацию? Был ли ты уверен, что все 5 раундов ты выиграешь? Уверен сказать не был. Но у него банку он, короче, когда катался, у меня-то верх хороший. Верхом начал идти, и он понял, что туда лучше не залазить, и тоже против меня начал верхом бороться. У меня чуть кисти не хватило. Мы наблюдали стратегию Баранова, и как он пытался забить твою кисть. Угу. Даже забив твою кисть, ты держал Баранова. Было ли это на характере, или ты это нарабатывал на тренировках? Не нарабатывал. Чисто на характере вывез, и все. Угу. Ну, в дальнейшем покажем хороший результат дальше. Ты молодой атлет. Да. Баранов сказал про тебя только хорошее. Он рад, что смог победить тебя, потому что ты сейчас набираешь, а Баранов, возможно, уже не набирает. Я бы не сказал, что он не набирает. Да. На Казахстане хороший результат показывал. Да, Баранов у нас стабильные результаты показывает, поэтому он согласился на реванш. В любое время, когда ты будешь готов, Баранов будет ждать тебя. Все хорошо. Спасибо тебе, что ты приехал, порадовал нас своим поединком.
5 раундов достаточно было? Да, достаточно. Счет 3-2. Это не сухое поражение, это почти была ничья. Поэтому желаем тебе, чтобы в следующий раз все сложилось в твою пользу. Рахмет тебе большое, что приехал. Всем вам тоже спасибо. Салам.